По информации представителей Министерства культуры региона, в начале июня в Подмосковье начнут свою работу 6 кинопаркингов. Точки показов разместятся в разных уголках области. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, в их число входит и Одинцовский городской округ. Открытие автокинотеатров является очередным шагом в сторону смягчения ограничительных мер. Оно символично совпадает с началом летнего сезона, сказал Андрей Иванов. Сеансы для зрителей будут бесплатными.